У Могилеве день без автомобиля. Отповедная акция ладится у межах Европейского тыдня мобильности. И он проходит с 16 вересня. Акцию подтримливають каля тысячи европейских городов, у тим ліку и Могилев. На один день горожанам пропонуют отмовиться от автомобиля и пересесть, например, на велосипед и скористаться громадским транспортом. Все лето для тех, кто у день без авто, у могилевских автобусах, троллейбусах предъявлял водительское посвечение. Проезд бесплатный. Сегодня у меня одна девушка ехала, она говорит, ой, как сегодня хорошо. Я сегодня по правам поехала и машину свою с удовольствием оставила. У меня есть права, я поехал по правам, потому что сегодня день без автомобиля. Оставил автомобиль дома и приехал на общественном транспорте. Бесплатно. Для Могилева это вообще актуально. У нас на 378 тысяч населения приходится 130 тысяч зарегистрированных транспортных единиц. То есть это примерно на каждых 3 жителя Могилева один вид транспорта какой-то зарегистрирован. А вы сегодня как приехали на работу? Сегодня я поддержал эту акцию, приехал на общественном транспорте. По подликах экологов, каждый автомобиль у день у среднем выкидывая у атмосферу около 3,5 кг выхлопных газов. Отрымливается, что каждый день у поветры Могилева оказываются 455 тонн шкодных речевов от авто. Среднестатистический автомобиль при пробеге 15 тысяч километров в год сжигает порядка 2 тонн топлива. И, кстати, выбрасывая при этом в атмосферный воздух 700 килограммов СО2, диоксида углерода, оксидов азота порядка 400 килограмм и углеводорода 230 килограмм. Это основные вещества, которые создают массу загрязняющих веществ. И оставил свой автомобиль в гараже и приехал на работу на велосипеде. Кстати, затратив на это всего лишь на 3 минуты времени больше, чем передвигаясь со светофорами, едя по кругу через весь город на автотранспортном средстве. Зрозуміло, что эффект одного дня без авто подлічить складано, але экологи уверены, такие мероприятия – важный элемент экологичной политики республики в целом. Катерина Булукова, Александр Тарасов, новини регіон.